Непамятен был свой герой, и глаза молодых солдат. Главного события нашей страны, юбилейного дня Великой Победы, остается 3 дня. Символом окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов является Знамя Победы. Сегодня копия Знамени Победы в Богородском районе. Храним мы знамя той победы, которой шла страна в крови. Ее пролили наши деды. Сады сегодня чтоб цвели. Чеканя шаг проносят знамя. Колышет ветер полотно. Вновь красный цвет в тюльпаны мая оно весной передало. Отцов и дедов кровь впитала, по капле с каждого в себя. Оно тот цвет войны приняло, несет их память для тебя. Копию Знамени Победы на митинг внести, равнение на знамя. Thank you.
Уважаемые ветераны, представители трудовых коллективов, учащиеся, разрешите от имени депутатов районной думы, администрации Богородского района приветствовать вас здесь, собравшихся сегодня, которые от всего сердца пришли на этот митинг, посвященный прохождению копии Знамени Победы по территории Богородского района. В преддверии 9 мая, великого праздника, праздника всего российского народа. Он на самом деле великий, потому что только великим ратным и трудовым подвигом российского народа он был совершен. 1418 дней, боевых дней и трудовых дней в тылу вынесли на плечах наши старшие товарищи. 8000 богородских ребят ушли на фронт. 4028 остались лежать в земле на полях сражений. Они уснули. 4000 не дожили до этого знаменательного дня, который будет через 3 дня. Дня Победы, 70-летия нашего российского народа над фашистским захватчиком. Вечная память тем, кто ковал для нас эту победу, дал нам право жить мирно. И пока живы мы, наше поколение и грядущее поколение, память о них будет вечной. Победы в Великой Отечественной войне Кировским региональным отделением партии «Единая Россия» учреждена медаль «Знаменосец Победы» Григорий Булатов. Учреждению представлены 5 граждан. Почетное право вручения наград предоставляется главе Богородского района Ситникову Василию Юрьевичу и секретарю Политсовета Богородского районного отделения партии «Единая Россия» Калинину Валентину Николаевичу. Медаль вручается Чермных Сергею Владимировичу, ветерану труда, труженику тыла. Ашихмину Сергею Геннадьевичу, участнику войны в Афганистане. Thank you.
Медаль вручается Терещенку Юрию Николаевичу, руководителю объединения «Футбол-хоккей» Центра детского творчества Богородского района. Медаль вручается Широкову Николаю Геннадьевичу, руководителю военно-патриотического клуба «Щит», деревня Таранки. Медаль вручается Карловской Надежде Викторовне, учителю Ашланской школы, заслуженному учителю Российской Федерации. Кировская область очень много вынесла на своих плечах в годы войны. Только в Кировской области было воспитано 4 маршала Советского Союза. Ни в одной другой области такого нет. А еще много сотен тысяч героев, которые на своих плечах добывали победу. И еще много-много-много сотен тысяч людей, которые ковали победу в тылу. Детей войны, которые воспитывали наших с вами родителей. Это знамя победы, знамя мира на земле. То есть, когда 30 апреля 45 года оно взвелось над Рейхстагом, в Европе наступил мир, долгожданный мир. И пока это знамя реет, мы должны помнить, какой ценой мы этот мир получили. И никогда не нарушать его. Мы должны помнить о том, что самое ценное на нашей земле – это мир, и мы должны хранить его и беречь. Слово предоставляется Зашихину Владимиру Александровичу, заслуженному учителю Российской Федерации, почетному гражданину Богородского района, ветерану педагогического труда, победителю областного конкурса «Лидер образования Кировской области», сыну ветеранов Великой Отечественной войны Зашихиных Александра Федоровича и Марии Кузьминишны. Мои дорогие земляки, я от всей души и от всего сердца поздравляю вас с 70-летием Великой Победы. Я желаю вам доброго здоровья и только мирного неба над головой. Мои мама с отцом 21-го года рождения, им по 20 всего-то было в 40 военном году. Нахватило беды, страха, боли, трудов и везения. Я за ними сегодня по дымному следу иду. Был танкистом отец, трижды в танке горел, но отчаянный, снова в пыльной колонне, по дорогам суровым войны, жал на газ. И дошел до Берлина, живой, хоть израненный, не позволив отдать даже пяди родимой страны. Добровольцем на фронт, мама, девушка, девочка, деточка, где-то там вдалеке твой родительский дом. В комсоставской шинели, в пилотке, еловая веточка. Но звучат позывные, береза, как слышно, прием. Вы учили меня жить открыто и просто, по совести, школу, детство любить и идти к людям только с добром. Вы, ваша жизнь, это свет, пусть никем не написанной повести. Может, внуки и правнуки кто-то допишет потом. Все смогли, все стерпели и стойкие, с доблестью вынесли. Я о подвиге вашем рассказать разве полно смогу? Вы кумиры мои, и от вас вот такими мы выросли, и у вас, победители, будем мы в неоплатном долгу. С праздником!
цветут тюльпаны с каждым маем. В них символ крови пролитой. Бойцов мы павших вспоминаем. Все помним подвиг их земной. Они ушли, осталось знамя. В нем капля каждого из них. В себе их подвиг сохраняя для внуков будущих твоих. Почтим память погибших и умерших 8000 участников Великой Отечественной войны Богородского района минутой молчания. Павшим за свободу и независимость нашей Родины. Закрытым. Копию знамени победы с митинга вынести. Равнение на знамя. Оно на ветру так с бойцами, и крики ура. Уважаемые богородчане, сегодня в преддверии знаменательной даты 70-летия Великой Победы отдадим дань уважения всем воинам и труженикам тыла и исполним песни военных лет. Я приглашаю на сцену хор Победы. Прощай, любимый город, уходим не так, как море, и ранней порой метнется гармой знакомый платок колонны. На раненую землю пришла победная весна, волной народного веселья проникла в каждый дом она. Еще не праздник, просто дата, обычный, но великий день. И все потом поймут когда-то, что помнить главное из дел. Здесь птицы не поют,
деревья не растут. И только мы плечом к плечу воздаем землю тут. И кружится планета над нашей родиною дым. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все безвинен он. Сомненья прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Светает красная ракета, бьет пулемет неутомим. Значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомненья прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие крат дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж безвинен он. Сомненья прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Болят наши старые раны, и тут уж ничем не помочь. Седые поют ветераны смуглянку и темную ночь. Былое врывается в душу, и годы в шеренгу встают. И славную нашу Катюшу солдатские внуки поют. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег.
нужен мир на голубой планете. Его хотят и взрослые, и дети. Им хочется, проснувшись на рассвете, не вспоминать, не думать о войне. Нам нужен мир, чтоб строить города, сажать деревья и работать в поле. Его хотят все люди доброй воли. Нам нужен мир навеки, навсегда. Солдаты гибли в войне, а чтобы я...